Вас приветствуют мастера советского кино. Алла Ларионова. Нона Мордюкова. Заслуженная артистка республики Лидия Смирнова. Клара Лучко. Антонина Максимова. И заслуженный артист республики Михаил Кузнецов. Мы сегодня собрались на праздник кино. Когда человек приходит в кино, он отдает 2 часа своей жизни. И мы, кинематографисты, всегда стараемся, чтобы эти 2 часа не пропадали даром, чтобы они были наполнены жизнью, чувствами, мыслями, судьбою человека. Много веков. Много веков тому назад мудрец Диоген ходил по городам древней Эллады и днем с фонарем искал человека. Современные кинодиогены, вооруженные киноаппаратами, ходят и ищут человека. И когда они его находят и показывают нам, мы радуемся. И эту радость дает нам кино, чудесное изобретение человеческого разума. И каждое доброе утро на всех континентах Земли начинаются киносеансы. Московские рабочие с Красной Пресни путешествуют по Парижу вместе с господином такси, а парижане поднимают Целину вместе с Давыдовым и Нагульновым. Так киноленты связывают сердца миллионов и миллионов людей на земном шаре. Сегодня у нас праздник кино. А как бы хотелось, чтобы каждая новая кинокартина, которая появляется на экране, становилась бы праздником. А известно, что кинофильмы выходят каждый день. Могут спросить, что же тогда не будет будней? Ну и что же, пусть не будет будней. Пусть кино ежедневно учит нас жить. И пусть кино никогда не отрывается от жизни. Да здравствует жизнь чудесная, как кино. И да здравствует кино прекрасная, как сама жизнь. Благодарим вас за внимание. На большом экране возникают хорошо нам знакомые кадры фильма «Депутат Балтимора», «Слово профессору Полежаева». Сейчас на экране появится исполнитель этой роли, народный артист Советского Союза Николай Черкасов. Но вот он поднимается в зрительном зале, проходит между рядов, его приветствуют собравшиеся, москвичи и гости фестиваля. Мы понимаем замысел сегодняшнего вечера. Кино и жизнь. Искусство и жизнь, они тесно связаны. Режиссер вечера нашел интересный план раскрытия этой мысли. Актеры как бы сходят с экрана прямо в зрительный зал и продолжают свой большой разговор. Ньютонов друг.
Господа, я не оговорился. Я говорю вам, господа, рабочим, работницам, вам, крестьянам, крестьянкам, вам, красным солдатам и славным морякам. Вы теперь хозяева и подлинные господа нашей великой новой Родины. Я вас приветствую, мои товарищи, от лица науки обязаны думать о вашем настоящем и вашем будущем счастье. Так вот, господа москвичи, я это говорил в 1918 году. Шли бурные, тревожные дни становления советской власти. Был жив великий Ленин. И все те, кто хотели нашей смерти, сами задохнулись в черном дыму интервенции в дни Великой Отечественной войны. Наша следующая манящая станция – коммунизм. Разве мы не стали самой могучей державой в мире, если без нас уже не решается ни один маломальски важный для человечества вопрос? Разве мы не моложе всех? Ну, что такое 43 года для государства? И разве мы не благороднее всех, если при всей нашей силе мы требуем мира? Мира для всех живущих на земле. Так, дорогие мои дети, дорогие гимназисты, гимназистки в белых передничках, не мечтайте о том, что я от вас отстану, когда вы полетите на Марс. Не мечтайте. Мы полетим с вами вместе. Ибо в науке нет ничего недостижимого. А вращающиеся вокруг нас спутники, космические ракеты и великий подвиг Юрия Гагарина говорят о том, что все мечты осуществимы. Так будьте же честны в труде, будьте трудолюбивы в учении, будьте в учении человечны. И тогда мы с вами достигнем звезд. А здесь, на земле, посадим сады, в которых будем воспитывать наших детей, внуков и холить мудрую старость. Может быть, вот тут-то закончится и моя беспокойная старость. Помните, друзья, что красный цвет непобедим. Это не только цвет крови, это цвет созидания. Это единственный животворящий цвет в природе, наполняющий жизнью побеги растений, согревающий все. Я счастлив, мои дорогие друзья, передать вам и в вашем лице трудящимся всей столицы пламенный привет от трудящегося города, героя города Ленина. Счастливый путь, друзья! Первом московском кинофестивале звезды встречаются в Москве. Сейчас на экране проходят кадры этого фильма. Мультипликационная киношутка о десятой музе. Ваше воображение поможет вам представить Парнас с традиционными девятью музами. Но вот на вершине появляется таинственная незнакомка. Это десятая муза, муза кино. Она смело проходит по земному шару. Ей навстречу открываются сердца и двери.
Никонасом. На экране любимый всеми забавный трогательный человечек в котелке и с тросточкой. Конечно, это Чарли Чаплин. Он поет. Поет на русском языке. С московским днем кино. Моя любовь Орлова, хочу вас видеть снова. Надеюсь, что в кино вы покажетесь еще. От всех больших талантов мы ждем в кино бриллиантов, а мелких кинофильмов пора бы не снимать. С днем кино! Поздравляю я вас в этот день. Перед нами в кинокадре наш бывший гость и любимец многих Ив Монтан. И он приветствует сегодня собравшихся здесь. Был бы с вами я, но я снимаюсь в кино. Мне так уж суждено. Снилось мне, я сижу на Арбате и балладу смотрю о солдате. Сесибо, да чего ж он хорош, лучше ты не найдешь. Вот это молодежь. Я бы пел до утра, закругляться пора. Ни пуха, ни пера, ни пуха, ни пера, ни пуха, ни пера. Здравствуйте, друзья мои. Мне поручено объявить следующего артиста. Артист Гарин. На экране он король из кинофильма «Золушка». Веселый пародист, который издевается над всеми артистами. Пародии — это неплохо, но надо же в конце концов и совесть иметь. Если вы думаете, что сейчас с вами я разговариваю, то вы ошибаетесь. Это совсем не я, не Иразгай. Это меня передразнивает этот самый Геннадий Дудник. Ну и что же, пусть передразнивает. И раз у него это получается, то пусть он и выступает. К сожалению, товарищи, почти во всех концертах, представлениях мне приходится исполнять пародии на известных артистов театра и кино. Должен вам сознаться честно, что мне это уже надоело. Это надоело многим зрителям. Многим театральным критикам, и особенно тем артистам, которых я показываю, им особенно надоело. Они даже собрались на специальные совещания с целью обсудить вопрос, что такое пародия и как с ней бороться. Первым на совещании высказался народный артист Михаил Михайлович Яншин и сказал так. Вот меня почему-то изображает, как будто я... Такой человек вялый, скучный, аморфный, что ли. Это все неправда. Вы прекрасно видите, какой я темпераментный. Какой я веселый и живой. Борис Федорович Андреев был очень возмущен тем, что его показывают, и сказал такие теплые, весьма проникновенные слова. Сколько раз предупреждал его. Брось ты этим кляузным делом заниматься. Тебе отец до добра не доведет. Не слушает меня, понимаешь, продолжает. Ну что ж, пеняй на себя. Хочешь драться со мной? Давай, подходи, кулаки у меня наготове, вот они. А хочешь по-мирному решить вопрос, другой разговор будет. Подходи, башку сверну тебе.
А вот другой популярнейший артист кино Василий Васильевич Меркурьев был несколько другого мнения об эстраде. Ну что, братцы, лично я уважаю искусство эстрады. Особенно мне нравятся пародии. Знаете, что вы, пародии, это все-таки смешно, весело. А я люблю шутки. Много шуток. Сейчас, к сожалению, просто я не могу пошутить, потому что у меня времени нет, снимаюсь в новом кинофильме, в кинокомедии. А там не до шуток. Вот так. Михаил Иванович Жаров был настроен философски и сказал так. Ну вот что, товарищи, я ведь, между прочим, человек серьезный. У меня к пародиям особые претензии имеются, так сказать, вот. Я, между прочим, считаю, что пародия — это весь сложный, тут разные, понимаете ли, там штучки-дрючки не годятся, нет. Тут надо обладать безупречным художественным вкусом и иметь главным образом настоящий литературный текст Пресвятая Богородица, вот когда. Но, конечно, разумнее всех, пожалуй, сказал популярнейший артист Петр Олейник. Я вот гляжу на вас, товарищ, так удивляюсь. Вроде люди подобрались такие мыслящие, а говорить чепуху какую. Ну что ж, будет он нас показывать или не будет, какой значение-то имеет, верно? Люди мы популярные, чё нас лишний разок не протянуть? Мы рады представить вам еще одну нашу гостью, югославскую киноактрису Тамару Милетич. Она прочтет вам отрывок из стихотворения своего любимого русского поэта Есенина «Письмо к женщине». Я сам вас мучил. Videla se tuga u očima umornih, što sam u vama, u očima druga, gubio sve u skandalima sumornim. Vi niste znali da sam se gušio u dimu nejem u životu što ga smrvi bura sred okršaja, da se zato mučim što ne razumem kuda nas, kuda nosi sudbina događaja. Sad su godine prošle, izmenio sam se silno. Drugče osjećam, mislim, daleko od skandala i o praznicima često velim uz vino. Krmanoš u mome neka je slava i hvala. Danas u štimugu sam nežnosti. Tače me bola krilo i da vas izvestim žurim kakav sam nekad bio i šta je to sa mnom bilo. Rad sam što vam mogu reći da sam izbjegao sa talasa pad. U zemlji svojoj ja sam sad najžešći saputnik mlad. Ja više nisam onaj što bejah nekada. Ne bih vas mučio ni diro čuvstva vaša. Za zastavom slobode i svetloga rada spreman sam da krenem i čak do La Manša. Oprostite mi. Znam. Ni vi niste ona. S mužem ozbiljnim, umnim, živite život prisan i nije vam stalo do našeg loma, pa naravno, ni ja vam više potreba nisam. Živite tak, kak vas vidjoca zvijezda pod kušće i obnovljenoj seni, s privestvijem vas pomnjašći vsegda, знакомый ваш Сергей Есенин.
Выступает Николай Рыбников. Песня из кинофильма «Весна на Заречной улице». Когда весна придет, не знаю. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная и в непогоду дорога. На этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. С любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил, моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Марш веселых монтажников из кинофильма «Высота». Кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, из высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты и целовали облака. Слегка на высоту такую, милая, да, ты не посмотришь свысока, свысока. Скажите мне в любезности пройти со мной слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.
Помните фильм, созданный чешским и советскими мастерами кино «Майские звезды»? Сейчас перед зрителями проходят кадры из этого фильма. Но вот один из героев фильма на сцене. Это Вячеслав Тихонов. Крида. «Майские звезды», наверное, помнят, что русский парень Андрей Рукавичкин оставил чешской девушке Яне свой московский адрес. Он написал его на школьной доске. Но кто-то стер адрес, и Яна потеряла надежду увидеть Андрея. Но вот актриса Яна Брейхова, которая играла роль Яны, оказалась в гостях на фестивале в Москве и пришла к нам. Вот мы поинтересуемся, нашла ли Яна Андрея Рукавичкина Тихонова? Жалко, еще нет, здесь много людей. Но я полагаю, что мы должны помочь Яне найти Тихонова, найти Андрея Рукавичкина. Слава, где ты, Тихонов, откликнись. Позовем Яну? Нет, нет, ничего не видно. Слава! Идет. Все, ой, нет. Все. Это так по-русски. Мы встречаемся. Яна, я очень рад видеть тебя в нашей Москве. Ты надолго приехала? Ну нет, только на 3 дня. Ну хочется только смотреть Москву. Много хочется видеть? Да. 3 дня, это очень мало. Ведь Москва очень... Велика. Велика, большая, да. Большая Москва. Да. 3 дня это очень мало. Дорогие товарищи, я думаю... Нужно Яне помочь познакомиться с нашей прекрасной, огромной Москвой. Нужно, чтобы Яна полюбила нашу Москву так же, как любим ее мы. Как мы полюбили Прагу, Злату Прагу. Поэтому мы сейчас расстанемся. До встречи на экране. Времени очень мало. И разрешите вам пожелать всего хорошего, пожелать... Здоровья. Много-много успехов и счастья. Много-много счастья. До свидания. До свидания. Райкин, ау! Товарищ Райкин, где же вы? Хорошо, когда в концерте. Принимает участие кинозвезды, особенно звезды первой величины. Если мы посмотрим на сцену внимательно, то увидим даже невооруженным глазом, как появляются 2 звезды, 3 звезды, 4 звезды. Лучше всего, конечно, 5 звездочек. Иди сюда, товарищ Райкин, выходи на сцену, мой дорогой. Ну, выходи, не стесняйся. Делай на меня свои дружеские саши. А? А? Сейчас. Сейчас
Ща. Шум? И вы остаетесь со своей точки зрения Пушкина, да видите? Здесь очень трудно сказать что-либо отрицательное по поводу нашего фестиваля. Совершенно замечательные картины я видел. Совершенно замечательные. Вот взять эту картину, скажем, или другую картину, скажем. Взять совершенно изумительно, совершенно блестяще, это совершенно... Ну, вообще, надо сказать, что больше всего понравилось мне эти немые фильмы. Когда человек молчит, его все понимают. К сожалению, это не все понимают. Да, видите, скажем, молчащий композитор. Как это замечательно. Как это исключительно, это непосредственно, это совершенно. Или возьмем молчащий поэт. Замечательно. Писать стихи, так как Сафронов, понимаете. В крайнем случае, как Пушкин. Кстати, почему так мало экранизируете Александра Сергеевича? Совершенно замечательный поэт. Написал одинаково хорошо и стихи, и прозу, и маленькие трагедии, и повести Белкина, и, наконец, поэму Евгений Онегин. Конечно, там экранизировали кое-что, но, как говорят немцы, но я, это вас еще да, я, aber es ist nicht das. Позвольте вам напомнить это начальные строки этого совершенно замечательной поэмы Евгений Онегин. Позвольте, как там это начало, это совсем. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог. Да, занемог, дядя, знаете, заболел. Бывает, знаете, да. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог. Он уважать себя заставил, и лучше, ведь просто ничего не мог придумать, понимаете? Вот что изумительно, вот что совершенно. Или возьмем вот эти строчки, это, кстати, я вам пишу, это совершенно изумительно. Совершенно изумительно. Я вам пишу, чего же более. Но это я вам пишу, чего же более, я вам могу еще, так сказать, сообщить. Так что сами понимаете, просто ничего, видите, сообщить больше по этому поводу. Я что? Слабость совершенно, это, знаете, память ослабела. Ну, что поделаешь, годы. Годы, как говорят французы, je commence à être fatigué. C'est la жизнь. Я буду представителя киностудии. Мы решили экранизировать знаменитые басни Кириллова. Бароне, где ты, Бог послал кусочек брынза? Кто это сыра? Такая воспитательная комедия создать. Каждая комедия состоит из три части. Из пеленки, звук записи, из артиста Филиппова. Приглашаем артист Филиппов. Пожалуйста, что хочешь, играй. Хочешь барона, хочешь лисица? Нет, говорит, я буду брынза играть. Заключаем договор, начинает сниматься. На другой день категорически отказывается. Не могу, что мне во рту держали, мне слезы текут. Пеленки есть, звук и запись есть, артист Филиппов нет.
Переглашаем первый попавшийся, дважды народный, трижды лауреатный, фестивальный, это и знаменитый, всемирно известный, это я фамилию забыл. Сняли картину, художественный совет идет. Берет слово представителя Министерства торговли. Слушай, зачем барон сыр во рту держит? У нас что, продажи сыр нет, да? Предлагаю сыр вырезать. Вырезаем сыр, и что остается? Филиппов нет, пеленки нет. Это комедии не получилось. Морал. Если хочешь, посри свою художественную форму. Люди воспитывать, не слушай лисиса, не будь бароном, будь ференципиалом художник. Тогда всегда сыр кушать будет. Ему мы не встречали на нашем фестивале, но с нами рядом Чарли, и смех его, и грусть. Нам дорого все это, и в качестве привета хотя б его походку я показать берусь. Всему известен свету, пленил он всю планету, шагает по экранам, он с тросточкой в руке. Мой друг, ты молод, Чарли, став увидев Чарли, ты любишь человечка в потертом котелке.
слышишь меня? Мне так хочется жить, мне так хочется петь и смеяться, и ходить по полям и свистеть по пути. Мне так хочется с сыном в реке искупаться и охапку ромашек жене принести. Нет! Безумья войны никогда не должны повторяться! И от атомной бомбы, человек, откажись! Безвозвратно я отдал свои 18 за детей и за правду, за мир и за жизнь. Я стою на солдатской могиле в Берлине. От миллионов погибших завещано мне мир хранить на земле, жизнь хранить. И по этой причине нужно помнить всегда о минувшей войне. Сражаюсь за мир. Я живу. Будьте бдительны, люди. Жизнь бессмертная. Слышишь меня?